В Ульяновске состоялась 74-я эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». Старт традиционной легкоатлетической эстафеты не юбилейный, но прошедший в год столетия старейшей газеты области стал знаковым. Самые добрые слова я хотел бы адресовать и организаторам, и друзьям нашей эстафеты. Огромное вам спасибо за многолетнюю поддержку, за верность нашим лучшим спортивным традициям. И, конечно же, давайте все громко, про себя, если кто стесняется громко, скажем огромные слова благодарности работникам и ветеранам газеты «Ульяновская правда», которая в этом году отметит, как я уже сказал, свой 100-летний юбилей, и без которой не появилось бы это замечательное, культовое для нашего региона мероприятие. Сегодня наша эстафета выходит на очередной этап своего развития благодаря стараниям «Ульяновской правды». Сегодня на старт вышло 176 команд Ульяновской области и соседних регионов Приволжского федерального округа. Всего состоялось 10 основных забегов. Кроме этого, внеконкурсные, но призовые забеги были организованы для выпускников школ и вузов, национальных общин и представителей средств массовой информации. Для нас очень важно, чтобы преемственность поколения, чтобы все желающие могли выйти на этап и пробежать. Ну и, конечно, так как у нас в этом году столетие газеты «Ульяновская правда», с чем вас поздравляю. Вот. И, с одной стороны, это очень важно рассказать о вехах газеты, а с другой стороны, очень важно рассказать о современности, о нашем фестивале стран СНГ по национальным видам спорта, который состоится чуть позже в нашем регионе. Перед началом эстафеты мы пообщались с главным судьей соревнований. Прежде всего, я ожидаю очень бескомпромиссной, острой борьбы в каждом забеге. Этим сильна наша эстафета, о том, что спортивная составляющая является основным. И уже долгие годы многие наши учреждения, многие жители нашего города приходят смотреть действительно на интересную, красочную, зрелищную борьбу на каждом из этапов. Эстафета – это всегда масса эмоций, гамма чувств и переживаний. Но главное из них приходится на долю победителей. Тяжело было? Да, тяжеловато. Хочется сказать огромное спасибо нашему университету, также ректору Девяткин Тамаре Владимировне, то, что была предоставлена возможность тренироваться в городе Кисловодск и подготовиться к этой эстафете. Ну, результат видите налицо. Завершилась эстафета награждением победителей. Специальный приз имени Игоря Хрусталева, учрежденный редакцией «Ульяновской правды» в год своего векового юбилея, получил учащийся первой гимназии Данил Демкин. Кстати, первая гимназия выиграла главный забег – забег школ. Вся команда выложилась. Мы весь год пахали на эту победу, чтобы сказать, что мы первые. И мы доказали. Что ж, эстафета состоялась, как всегда, успешно, как всегда, вовремя и, как всегда, четко. Спасибо судьям, оргкомитету, ну и, конечно же, «Ульяновской правде». До встречи через год на юбилейной 75-й эстафете. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости «Ульяновской правды».